Прохор Шаляпин показал поклонникам, как он проводит свои выходные. Певец разместил на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в бане в одних трусах. «Happy weekend», — написал Прохор Шаляпин, озаглавив пост. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю 22-28 апреля. Поклонники Шаляпина по-разному отнеслись к публикации. Одни восхитились фигурой исполнителя, а другие посчитали, что певец решил стать последователем балерины Анастасии Волочковой и повторить ее знаменитые банные фотосессии. Правда, пока без шпагата. Просто Аполлон Волочкова, дубль 2, пожалуйста, не ходи к Волочковой в баню, это идеальная трендовая фотка. Первооткрыватель этого жанра, госпожа Волочкова. Ждем шпагата из сауны, Прохор. Проша, ты как всегда обворожительный, пишут в комментариях поклонники Прохора Шаляпина. Ранее 5defis.tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин шокировал поклонников новым образом.